Я приветствую зрителей моего канала. Вот я уже поставил шкурку. Видите, один край я ее закрепил. А второй, получается, видите, я просто обмотал скотчем. Ну, это не скотч, это лента. Малярная. Но она держит. Я видел, что даже профессиональных шлифовальных обматывают клейкой лентой. Надо только купить такую. Не хочется мне почему-то вот в этом углу резать еще сектор. Так будет проще и удобнее. Ну, давайте попробуем. Ну, хочу вот прогнать досточку. Посмотрим, как она будет работать. Но, понимаете, двигатель же 80 ватт, а сюда надо хотя бы киловаттник минимум. Вот. Ну, заводских я видел стоит 1,5 киловатта. Ну, хотя бы киловатт 750, но не 80. Давайте попробуем, что у нас получится. Видите, он даже разгоняется. Еле-еле. Ну ничего, попробуем. Видите, шкурка стоит, не слетает, нашлифовала. Вот видите, нету карандаша, я рисовал здесь чистенько. Так что, может, здесь-то не буду ваше время занимать. В общем, надо двигатель помощнее, и тогда все будет работать. Вот смотрите. Видите, сколько нашлифовало. Так что нормально снимает. Шкурочку я поставил где-то 80-ку. Вот. Вот такая вот. Значит, видите, даже на 80 ваттах эта конструкция работает. Не вибрирует, стоит уже. Я не знаю, что произошло. Вот. Есть еще немножко, да. Да. Но уже смотрите, заметно, видите. Раньше останавливался сектором вверх, а сейчас уже сектор в бок идет. То есть уже произошло смещение. Посмотрим еще. Когда уже поставлю двигатель помощнее, посмотрю, как он будет вести себя. Если вибрации не будет, как вот на этом маленьком премиум двигателе, то так и оставлю. Но если будет вибрация, тогда уже начну балансировать. Всё, спасибо за внимание.